Сотовая структура Земли, очевидно, предполагает сотовую структуру меня, как человека, населяющего, плодящегося и размножающегося. Эти соты моей жизни, каждая свой особый мир, выстроенный мною со всей тщательностью и умением, которыми я обладала на момент строительства. Я та, которая может перемещаться по разным сотовым домам, но не все они одинаково доступны в данный временной момент. Какие-то уже запечатаны для того, чтобы пережить зиму, какие-то запечатаны, потому что в них лежат запеленутые младенцы и ждут своего часа, чтобы прийти в мир. Иные входы покрыты патиной времени, а я продолжаю строить новые соты, наполнять их медом, создавать склады цветочной пыльцы, поить маточным молочком насельников, вырабатывать исцеляющий прополис. Ах, где же те ясные времена, когда земля была круглой, и я была цельной и единой, уверенной в своей цельности и единстве. Пора возвратиться в новое светлое средневековье с его уверенностью в непогрешимости и точности научного знания, которое лишь одно может сообщить о том, как устроен мир. Сотовое.